Боже, милости буди нам грешным, создавший нас, Господи, помилуй нас. Без числа согрешили, Господи, прости и помилуй нас грешных. Благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный, Утешителю Души Истинной, и же везде, Сын, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в них, и очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое Царство и сила и слава во веки. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Слава Вышних Богу, на земле мир, человеце и благоволение. Слава Вышних Богу, на земле мир, человеце и благоволение. Слава Вышних Богу, и на земле мир, человеце и благоволение. Господи, снема и отверзишь уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, уснем и отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господа, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя тяготели на мне». Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник. Весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспаления, и мне целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего, Господи. Пред Тобой все желания мои, воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моей, светочей моих, и того нет у меня. Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души мои ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни, а я как глухой не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои.
как туками и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои. Когда я вспоминаю тебя на постели моей, размышляю тебя в ночные стражи. Ибо ты, помощь моей, в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Сразят их силой меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге. Восхвален будет всякий, клянущийся им. Ибо заградятся уста, говорящих неправду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров из преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести, весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя, истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познает чудеса Твои в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отверзаешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваюсь юности, несу ужасы Твои, изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и места его же не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждая о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жажду сеть земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей, выведи из напасти душу мою, и по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно, и во веки веков. Аминь. Жития и страдания святого апостола Фомы. Святой апостол Фома, называемый Близнец, родился в галилейском городе Паниаде, когда Господь наш Иисус Христос во время своего пребывания на земле с людьми проходил по городам и селениям, уча народ и исцеляя всякие болезни. Фома, услышав его проповедь и увидев его чудеса, прилепился к нему всею душою. Насыщаясь сладкими словами Иисуса Христа и созерцанием его пресвятого лица, Фома ходил за ним и был удостоен Господом причисления к лику 12 апостолов, с коими и следовал за Христом до самых его спасительных страданий. По воскресении же Господа святой Фома своим недоверием к словам других апостолов, а сем, еще более усилил веру Церкви Христовой, ибо в то время, как прочие ученики Христовы говорили: «Мы видели Господа», он не хотел им поверить, доколе сам не увидел Христа и не прикоснется к его язвам. Спустя 8 дней по воскресенье, когда все ученики собрались вместе, и Фома был с ними, Господь явился им и сказал Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Увидев Христа и прикоснувшись к живоносным его ребрам, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Иоанна 20 глава, 24-29 стихи. Это событие с Фомой самым наглядным образом убеждает всех в истинности воскресения Господня, потому что Христос явился ученикам не как призрак и не в ином каком теле, но в том же самом, в коем пострадал ради нашего спасения. После вознесения Иисуса Христа на небо и сошествия Святого Духа апостолы бросили между собой жребий, куда каждому из них идти для проповедания Слова Божия. Фома выпал жребий идти в Индию, чтобы просветить омраченные язычеством страны и научить истинной вере различные обитавшие там народы: парфян и медян, персов и геркан, бактрийцев и брахманов и всех самых дальних обитателей Индии. Фома очень скорбел о том, что он посылается к таким диким народам, но ему явился в видении Господь, укрепляя его и повелевая быть мужественным и не страшиться, и обещал сам пребывать с ним. Он скоро указал ему и возможность проникнуть в сии страны. Царь индийский Гундафор, желая выстроить себе дворец как можно искуснее, послал купца своего Авана в Палестину, чтобы он поискал там такого искусного строителя, который был бы опытен в постройках и мог бы построить такие же палаты, какие были у римских императоров. С сим самым Аваном Господь и повелел Фоме идти в индийские страны. Когда Аван искал искусных архитекторов в Паниаде, Фома встретился с ним и выдал себя за человека, опытного в строительном искусстве. Аван, наняв его, вошел с ним в корабль, и они отправились в путь, пользуясь благоприятным ветром. Когда они пристали к одному городу, то услышали здесь звук труб и иных музыкальных инструментов. Царь того города отдавал замуж свою дочь и послал глашатая оповещать по всему городу, чтобы на бракосочетание собрались и богатые, и бедные, рабы, и пришельцы. А если кто прийти не захочет, тот будет подлежать царскому суду. Услыхав сие, Аван с Фомою, боясь, как пришельцы разгневать царя, если не послушают его, пошли на брачное торжество во двор царский. Когда все уселись и стали веселиться, апостол сел на самом последнем месте и ничего не ел, не принимал участия в веселье, но погрузился в размышления. Все смотрели на него, как на странника и на племенника. Те же, кто возлежали рядом с ним, говорили ему: «Зачем ты пришел сюда, когда ничего не ешь и не пьешь?» Апостол сказал в ответ: «Я пришел сюда не для того, чтобы есть и пить, но чтобы исполнить волю царя. Ибо глашатые громко оповещали, что если кто не явится на брак, то будет подлежать царскому суду». В то
то время среди пировавших находилась одна женщина-еврейка, которая прекрасно играла на свирели, припевая каждому из воздержавших какое-нибудь приветствие. Увидев Фому, который не веселился, но лишь часто поднимал взоры на небо, она поняла, что он иудеянин. И, играя перед ним, пела ему на еврейском языке такой припев: «Един есть Бог иудейский, сотворивший небо и землю». Апостол же, слушая этот припев с удовольствием, просил ее несколько раз повторить те слова. Виночерпий, видя, что апостол не веселится, ударил его по лицу, говоря: «Ты позван на брак, не будь же печален, а веселись, присоединившись к пьющим». Тогда апостол сказал ударившему его: «Да воздаст тебе Господь за сие еще всей жизни, а я пусть увижу руку, ударившую меня, влачимую псом на показ многим». Несколько времени спустя ударивший апостола виночерпий вышел к колодцу, намереваясь принести гостям воды для разбавления вина. Там внезапно напал на него лев, повалил и умертвил его, и, высосав из него кровь, удалился. Тогда прибежали собаки, растерзали тело его на части, а один черный пес, схвативший его правую руку, приволок ее на пир и бросил перед всеми. Все присутствующие там, увидевшие сие, пришли в ужас и спрашивали: «Чья это рука?» Женщина же, игравшая на свирели, воскликнула: «Что-то необычайное, таинственное совершается ныне у нас. С нами находится в числе возлежащих или Бог, или посланник Божий. Ибо я видела, как виночерпий ударил одного человека, и слышала, что сей человек сказал по-еврейски: „Пусть я увижу правую руку твою, влачимую псом на показ многим“. Что, как вы видите, сбылось?» После этих слов на всех напал страх. По окончании пира царь, услышав о происшедшем, призвал к себе святого апостола Фому и сказал: «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол, войдя в опочивальню, стал поучать новобрачных целомудрию и хранению чистого девства, и, помолившись за них, благословил их и удалился. Во сне новобрачные увидели Иисуса, который явился им в образе апостола Фомы, и с любовью обнимал их. Муж, подумав, что пред ним Фома, сказал ему: «Ты вышел от нас раньше всех, каким образом ты снова очутился здесь?» Господь ответствовал: «Я не Фома, а брат его. И все, отрекшиеся от мира и последовавшие за мною, так же, как и он, не только будут моими братьями в будущей жизни, но и наследуют мое царство. Итак, не забудьте, дети мои, того, что советовал вам мой брат. И если, согласно его совету, вы сохраните непорочным свое девство, то удостоитесь нетленных венцов в моем небесном чертоге». Сказав сие, Господь стал невидим. Они же, пробудившись от сна, рассказали друг другу то, что видели во сне. И, вставши, всю ночь усердно молились Богу. Слова же, сказанные им, хранили в своем сердце, как драгоценные жемчужины. «Помощник и покровитель явился ко мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю его, Бог Отца моего, и превознесу у него. Ибо он торжественно прославился. Помилуй мя, Боже, помилуй мя». С чего начну я оплакивать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало Христе положу я нынешнему моему сетованию? Но ты, как милосердный, даруй мне оставление прегрешений. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Несчастная душа, приди с плотью своей, исповедайся Создателю всего. Воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и принеси Богу слезы с раскаянием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подражав первозданному Адаму, преступление я сознал, что за грехи мои я обнажен от Бога, лишен Бога, от вечного царства и сладости всего царства. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы, несчастная душа, зачем ты уподобилась первой жене Еве? Не с добром ты посмотрела, уязвилась жестоко.
прикоснулась к дереву, необдуманно вкусила безрассудной снеди. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева мысленная. Красный плотский помысел, обольщающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель Адам достойно был изгнан из Едема, как не сохранивший одной твоей заповеди, что же должен претерпеть я, всегда отвергающий твои животворные наставления? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха, по своему милосердию даруй мне умилостивлительные слезы. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица прими меня, кающегося. Внемли небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внемли небо, я буду возвещать, земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога голосу. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Боже, Спаситель мой, воззри на меня милостивым Твоим оком и прими мою пламенную исповедь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я один более всех людей согрешил пред Тобою, но Спаситель жалься над Твоим созданием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума с сластолюбивыми стремлениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердный Господь, меня охватывает ураган зла, но как Петру и мне ты простри руку. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я осквернил одежду моей плоти, Спаситель изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Удовольствиями страстей я омрачил красоту души и весь ум все совершенно в прах превратил. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне я изорвал мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель вначале, и потому лежу нагим. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змей коварством, и потому стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердные слезы блудницы, и я проливаю, смилося надо мною, Спаситель, по Твоему благоснисхождению. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я взглянул на красоту дерева и прельстился в уме, и теперь лежу нагим и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Все начала вожди страстей пахали на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспеваю Тебя единого в трех лицах Бога всех, Отца, Сына и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица Дева, Ты одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На неподвижном камне заповеди Твои, Христе, утверди мое помышление. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Некогда дождив огонь на Господа, Господь попалил землю садом. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа, спасайся, как праведный Лот на горе, и поспешай укрыться всего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Беги, душа, воспламенение, беги, содомского пожарища, беги, истребление божественным пламенем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос Спаситель, согрешил я один, согрешил пред Тобою больше всех, не презирай меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Сладчайший Создатель мой Иисус, Спаситель Тобой я оправдаюсь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, я пред Тобой исповедуюсь, безмерно согрешил я против Тебя, но по Своему милосердию отпусти, прости меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О, Троица, Единица Божия, спаси нас от заблуждений, искушений и опасностей, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Радуйся, чрево, вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матери нашей жизни. Господи, пророк услышал о Твоем пришествии, устрашился, что Ты хочешь родиться от девы и явиться людям, и сказал: «Я услышал о Тебе весь и устрашился, слава силе Твоей, Господи, помилуй мя, Боже, помилуй». Уймя, правосудный Господи, не презирай своих дел, не оставляй Твоего создания, человеколюбец. Хотя я, как человек, и один согрешил более всякого человека, но Ты, как Господь всего, имеешь власть отпускать грехи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа, близится конец, близится, а Ты не радеешь, не готовишься. Время сокращается, восстановись, судья близко при дверях. Протекает время, как сон, как цвет, зачем же мы напрасно суетимся? Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Пробудись, душа моя, поразмысли о совершенных Тобою деяниях, представь их пред своими очами, капля за каплей проливай свои слезы, безбоязненно открывай Христу свои дела и помышления, и оправдайся. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. В жизни нет ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не погрешил бы. Спаситель, умом, словом или намерением, я, как никто другой, прегрешивший намерением, и мыслью, и делом. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я, злосчастный своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, избавитель мой, испытатель, пощади, защити и спаси меня, раба Твоего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Лестница, которую я в древности видел великий из патриархов, служит душа моя указанием на восхождение делами и равно также на возвышение разумом. Посему, если желаешь жить в деятельности и в разумении, созерцании, обновляйся. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. По нужде патриарх потерпевал дневной зной и ночные морозы, ежедневно сокращая, скрадывая время, пася, оберегая стада и работая, дабы жениться на двух женах. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Под двумя женами понимай деятельность и разумение, в созерцании и под Лию, как многочадную деятельность, а под Рахилью, как полученную через многие труды и разумение, ибо без трудов ни души, ни душа, ни деятельность, ни созерцание не будут совершенствоваться. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Единое, нераздельное по существу и неслиянное в лицах Божество Святой Троицы, Тобою соцарственное и сопрестольное, я научаюсь боговеденью. Я возношу Тебе троекратно в мире горнем воспеваемую песнь.
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Ты, Богородица, и рождаешь, и вместе остаешься девою, сохраняя, и в том и другом случае по естеству девства, из тебя родившийся обновляет законы естества, а рождает девственное чрево. Где пожелает Бог, там нарушается порядок природы, ибо Он творит, что благоизволит. Человека любит, смолюся, просвети меня, бодрствующего от ночи, путеводи меня в Твоих повелениях и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я постоянно проводил в ночи жизнь свою, ибо мраком и глубокую мглою была для меня ночь греха, но покажи мне меня сыном дня, Спаситель. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Подражая Рувиму, я совершил несчастное законопреступное дело пред Всевышним Богом. Я осквернил ложе мое, как тот отчие, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Христе Царю, исповедуюсь пред Тобою, я согрешил, согрешил, как некогда братья, продавшие Иосифа, плод чистоты и целомудрия, помилуй меня, Боже, помилуй меня. С родниками связана была праведная душа, и возлюбленный был продан в рабство. Прообраз Господа, ты же душа сама всю продала себя своим мерзостям. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Несчастная и бесславная душа, подражай разуму праведного и целомудренного Иосифа. Непрестанно беззаконствуя, не осквернись безрассудными стремлениями. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Владыка Господи, Иосиф некогда был во рве, но в прообраз твоего погребения и воскресения принесу ли когда что подобное тебе я? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебя, Пресвятая Троица, мы прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят Отец, Сын и Дух, простая сущность, присно поклоняемая единица, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Нетленная, не познавшая мужа матерь дева, из тебя облегся в мой состав, сотворивший веки Бог, и в себе самом соединил человеческое естество. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от тления. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Искренно приношу Тебе, Спаситель, слезы очей моих и воздыхание из глубины при вопле сердца. Боже, согрешил я пред Тобой, умилосердись надо мной. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Когда Фана Верона клонилась Ты, душа Твоя, своего Господа, но дабы не поглотила Тебя пропасть земная, воззови из ада преисподнего, пощади, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Рассвирепев, как юница, молодая телица, ты уподобилась душа Ефрему, но открылив ум деятельностью и созерцанием, оберегай жизнь, как оберегается серна от тенет, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Пусть рука Моисея убедит нас, душа, как может Бог убелить и очистить прокаженную жизнь, и не отчаивайся сама за себя, хотя ты поражена проказою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Отец, Сын и Божественный Дух свидетельствуют, что они суть несложная, нераздельная, лично раздельная, Троица и соединенная естеством единица, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Твоя утроба родила нам, принявшего наш образ Бога, которого как Творца всего умоляй, дабы нам оправдаться по Твоим молитвам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. И так трезвись же, дабы тебя пощадил вездесущий и все исполняющий Христос Бог. Мы грешили, беззаконствовали, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что заповедал ты нам. Но, Боже, отцов, не оставь нас до конца, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я грешил, беззаконствовал и нарушал твою заповедь, так как я и предварен рождением во грехах. Я еще приложил к язвам раны, но, милосердный Боже, отцов, сам помилуй меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Пред тобою, судьей моим, я открыл тайны сердца своего. Возри на смирение мое, возри на скорбь мою, внемли осуждению моему ныне. И как, милосердный Боже, отцов, сам помилуй меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Некогда Саул, потеряв ослиц своего отца, неожиданно получил при известии о них царство. Смотри же, душа, не забывайся, предпочитая свои скотские вожделения царству Христову. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа моя, если Бога отец Давид и сугубо некогда согрешил, быв уязвлен стрелою прелюбодеяния, сражен копьем мщения за убийство, но ты же сам страдаешь гораздо тягчайшим сих деяниями, произвольными стремлениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. На вид некогда присоединил беззаконие к беззаконию его к убийству, он примешал прелюбодеяние, но он вскоре принес и сугубое покаяние. Но ты, коварнейшая душа, совершила большие грехи, не раскаявшись при том пред Богом. Помилуй мя, Боже, помилуй. Помилуй мя, некогда Давид, как бы живописуя на картине, начертал песнь, которую он обличает совершенный проступок, взывая, помилуй меня, ибо пред тобой единым Богом всех согрешил я, сам очисти меня, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Бог Троица воспевается, как Троица простая, нераздельная, ненасущная, единая естеством, как святые, святые, три святые, едино лицо святое, но душа воспой, прослави жизнь и жизни Бога всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мы воспеваем Тебя, благословляем и поклоняемся Тебе, Богородительница, так как Ты породила единого из нераздельной Троицы Христа Бога и сама открыла нам, живущим на земле, Небесное, все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все веки, кого прославляют воинства небесные и трепещут херувимы и серафимы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Помилуй меня, грешника, Спаситель, пробуди мой ум к обращению примикающегося, умилосердие взывающему, я согрешил пред тобою, спаси, я беззаконствовал, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда везомый на колеснице Илья, вошедший на колесницу добродетелей, вознесся превыше всего земного, как бы на небеса, об его восходе помышляй, душа моя, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Некогда принявший милость Ильи, Елисей получил сугубая благодать от Господа, но ты за невоздержание не получила сей благодати, душа моя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. При посредстве Елисея течение Иордана милостью Ильи некогда остановилось по ту и по другую сторону, но ты за невоздержание не получила сей благодати, душа моя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Некогда самаритянка с добрым расположением угостила праведника, ты же, душа, не приняла в свой дом ни странника, ни пришельца, зато будешь извержена вон из чертога брачного с рыданием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
несчастная душа, ты постоянно подражала нечестивому нраву Гиезия, хотя в старости отринь его сребролюбие и оставив свои злодеяния, избегни огня гиенского. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безначальный Отчество, безначальный Сын, утешитель добрый Дух правды и родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, животворящий и созидающий Дух, единая Троица, помилуй меня, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая мысленная багряница, плоть Иммануила соткалась внутри твоего чрева, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя, истинную Богородицу. Рождество бессеменного зачатия неизъяснимо, плод безмужной матери нетленен, рождение Бога обновляет естества. Посему тебя мы все роды православно величаем, как Матерь Богоневесту. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ум изранился, тело изменилось, дух болезнует, слово потеряло мощь, жизнь замерла, конец при дверях. Итак, как же будешь ты поступать, злосчастная душа, когда явится судья исследовать дела твои? Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я воспроизвел пред тобой, душа, сказание Моисея о мире бытии, и затем все заветное писание, повествующее о праведных и неправедных. Но ты, душа, согрешила пред Богом, подражала не первым, а последним. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ослабел закон, не воздействует Евангелие, пренебрежено тобой все писание. Пророки и всякое слово праведно потеряли силу. Язвы твои, душа, умножились, так как не находится врача, тебя исцеляющего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Дабы провести тебя, душа, в умиление, я привожу тебе примеры из Писания Новозаветного. Итак, соревнуй праведными, отвращайся грешных, и молитвою, постом, чистотой и непорочностью умилостивляй Христа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос сделался человеком, призвал к покаянию блудниц и разбойников. Покайся, душа, уже отверзлась дверь к царствию. Ее наперерыв заполняют кающиеся фарисеи, мытари и прелюбодеи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос вочеловечился, приобщившись ко мне плотью, и Он добровольно переиспытал все за исключением греха, свойственное естеству, показывая тебе, душа, образец и пример своего снисхождения. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос спас волхвов, созвал пастырей, множество младенцев соделал мучениками, прославил старца и престарелую вдовицу. Деяниями и жизни их ты не подражала, душа, но горе тебе, когда предстанешь на суд. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 40 дней, постившись в пустыне, Господь, обнаруживая в себе человеческое естество, наконец залкал, не унывай, душа, если враг устремится на тебя, но да отразится он от ног твоих молитвами и постом. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Станем прославлять Отца, превознесем Сына и с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единице по существу, как животворящему и просвещающему пределы свету и светом жизни и жизням, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородительница, охраняй свой град, по твоей защите он царствует с верою, и от тебя получает крепость, и при твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобный отче Андрея, моли Бога о нас. Достоблажаемый Андрей, пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы нам всем, искренно почитающим память твою, избавиться от гнева, скорби, вреда и безмерных прегрешений. Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю его, Бога Отца моего, и превознесу его.
ибо он торжественно прославился. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И взойдя Каина в убийство, я по сознательному соизволению через оживление плоти сделался убийцей души, вооружившись против нее злыми моими деяниями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я не сравнился, Иисусе, в праведности с Авелем, никогда не приносил тебе приятных даров, ни дел богоугодных, ни жертвы чистой, ни непорочной жизни. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Мы, злосчастная душа, как Каин, принесли Создателю всего порочную жертву, несчастные дела и непотребную жизнь, потому-то мы осуждены. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Оживотворивший земной прах, скудельник, ты давал мне плоть и кости, дыхание и жизнь. Но, Творец мой, Искупитель и Судья, прими меня, кающегося. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И открывая пред тобой, Спаситель, соделанные мной грехи и раны души и тела моего, которые разбойнически нанесли мне внутренние убийственные помыслы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, если я и согрешил, но знаю, что ты человеколюбец. Ты казнишь сострадательно и горячо милуешь, взираешь на плачущего, и как отец поспешаешь призвать потерянного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся как единству, сними с меня обременительную тяжесть греха и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха и, как непорочная владычица, прими меня, кающегося. Внемли небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего во плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И мне грех шил кожаные ризы, сняв с меня боготканную прежнюю одежду. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как смоковными листьями облегся я одеянием стыда в изобличение самовольных страстей моих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я нарядился в постыдно запятнанную, гнусно окровавленную истечениями страстей и любосластной жизни одежду. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я подвергся мучению страстей и вещественному тлению, от того ныне гнетет меня враг. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Предпочитая нестяжательности жизнь, привязанную к земным вещам, и любостяжательную, я нахожусь теперь под тяжестким временем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я украсил кумир плоти разноцветной одеждой гнусных помыслов и подвергаюсь осуждению. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я позаботился с усердием об одном внешнем благоукрашении, не обратив внимания на богообразную внутреннюю скинию. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я засыпал страстями красоту первобытного образа, Спаситель. Ты как некогда драхму взыщи, найди ее. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Согрешил, и как блудницы взываю к тебе, один я согрешил. Пред тобою прими, Спаситель, и от меня мира слезы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, как мытарь я взываю к тебе, смилуйся надо мною, я согрешил пред тобою, как никто из чад Адамовых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспеваю тебя единого в трех лицах Бога всех, Отца, Сына и Святого Духа, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица Дева, ты одна всеми воспеваемая и усердно моли о нашем спасении. На камени Твоих заповедей утверди, Господи, поколебавшееся сердце мое, ибо Ты один свят и Господь.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Тебе, истребитель смерти, нашел я источник жизни. И прежде кончины взываю тебе от сердца моего. Согрешил я, смилуйся, спаси меня, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Согрешил я, Господи, согрешил пред тобою, смилуйся надо мною. Ибо между людьми нет грешника, который бы не превзошел я прегрешениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я подражал необузданно поступившим современникам Ноя, унаследовал их жребий потопления потопом. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подражав отцы-губителю Хаму, ты не прикрыла душа, отвернувшись назад лицом срамоты ближнего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Избегай, душа моя, воспламенения греха, как Лот убегает от Содома, и Гоморры избегай пламени всякого безрассудного стремления. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Господи, помилуй, взываю к Тебе, помилуй меня, когда придешь с ангелами своими, воздать всем по достоинству их дел, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не созданное безначально по естеству, прославляемое в трех ипостасях, простая Троица, спаси нас с верою, поклоняющихся Твоей власти, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородительница Ты, не испытавши мужа, по времени родила прежде век от Отца исходящего Сына, и, о, странное чудо, сохранивши девство при млекопитании. Продолжение жития апостола Фомы. Утром царь вошел в опочивальню, где находились новобрачные, и нашел их сидящими отдельно друг от друга. В недоумении он спросил их о причине такого удаления друг от друга. Они же сказали ему в ответ: «Мы молимся Богу, чтобы Он дал нам силу до самой кончины нашей соблюдать супружество и совершенное целомудрие, каковом пребываем теперь, чтобы быть зато увенчанными в небесном чертоге нетленными венцами, как обещал явившийся нам Господь». Тогда царь понял, что к сохранению девства убедил их странник, бывший накануне во дворце. Чрезвычайно разгневался и тотчас послал своих слуг, чтобы они схватили апостолов, но они не нашли его, потому что он вместе с Аваном уже отплыл в Индию. Прибывши к индийскому царю Гундафору, они предстали пред ним, и Аван сказал: «Вот, государь, я привез тебе из Палестины искусного строителя, чтобы он мог устроить палаты, какие угодно твоему величеству». Царь обрадовался, показал Фоме то место, где он хотел строить палаты, и, определив размеры их, дал ему большое количество золота для постройки, а сам отправился в другую страну. Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся, нищим и убогим. Сам же, подвязаясь в проповедании Евангелия, обратил многих к вере во Христа и крестил их. В то время тот юноша, который по совету Фомы обещал хранить девство вместе с женой своей, услыхав, что апостол в Индии проповедует Христа, вместе с нею прибыли к апостолу. Наставленные святым апостолом Христовой верой, они приняли от него святое крещение. Девица получила при всем имя Пелагеи и впоследствии пролила кровь свою за Христа. Юноша же наименован был Дионисием и впоследствии достоин сана епископа. Возвратившись с апостольским благословением в свое отечество, они распространяли славу имени Божия, обращая неверных ко Христу и созидая в городах церкви. По прошествии 2 лет царь послал к апостолу узнать, скоро ли окончится постройка палат. Апостол ответил посланным, что остается только положить крышу. Царь обрадовался, ибо полагал, что Фома действительно строит ему на земле дворец. И послал ему еще много золота, повелевая поскорее соорудить для палат великолепную крышу. Фома, получив еще золото, возвел очи и руки к небу, говоря: «Благодарю тебя, Господи, человеколюбце, что ты различными способами устрояешь спасение людей». И снова он раздал присланное царем золото тем, кто просил у него помощи, а сам продолжал усердно проповедовать Слово Божие.
По прошествии некоторого времени царь узнал, что Фома даже еще и не начинал приводить в исполнение его повеления, что все золото роздано убогим, а строитель и не думает о постройке, но, проходя по городам и селениям, проповедует какого-то нового бога и совершает дивные чудеса. Царь пришел в сильный гнев и послал слуг своих схватить апостола. Когда святого Фому привели к царю, тот спросил его: «Выстроил ли ты палаты?» Фома отвечал: «Построил, и притом великолепные и прекрасные». Тогда царь сказал: «Пойдем же и посмотрим твой дворец». Апостол отвечал: «В жизни своей ты не можешь увидеть дворца сего, но когда отойдешь из всей жизни, тогда увидишь и с радостью поселишься в нем, будешь жить там вечно». Царь, думая, что он смеется над ним, весьма оскорбился и повелел бросить его в темницу вместе с привезшим его купцом Аваном, где они должны были томиться в ожидании мучительной смертной казни. Царь намеревался содрать с них живых кожу и сжечь их на костре. Когда они сидели в темнице, Аван стал упрекать апостола: «Ты, — говорил он, — обманул и меня, и царя, назвавшись искуснейшим строителем. И вот теперь ты истратил без пользы и царское золото, и жизнь мою погубил. Из-за тебя я страдаю и должен умереть лютой смертью. Царь жесток и умертвит нас обоих». Апостол же, утешая его, говорил: «Не бойся, для нас не настало еще время умереть. Мы будем живы и свободны, и царь почтит нас за те палаты, которые устроил ему в Царстве Небесном». В ту же самую ночь царский брат заболел и послал сказать царю: «Из-за твоей скорби и я тоже стал тосковать, и от всей тоски впал в болезнь, от которой теперь умираю». Немедленно вслед за сим брат царя действительно умер. Царь, забыв прежнее свое огорчение, впал в новую скорбь и неутешно рыдал о смерти своего брата. Ангел же Божий, взяв душу умершего, вознес ее в небесные обители и, обходя тамошние селения, показывал ей многочисленные великолепные блестящие палаты, между коими одна была так прекрасна и блестяща, что ее красоты описать невозможно, и спросил ангел душу: «В какой из всех палат тебе более угодно жить?» Она же, взирая на ту прекраснейшую палату, сказала: «Если бы мне было позволено прибыть хоть бы в углу той палаты, то мне ничего больше не нужно было». Ангел сказал ей: «Ты не можешь жить в всей палате, ибо она принадлежит твоему брату, на золото которого построил ее известный тебе пришелец Фома». И сказала душа: «Прошу тебя, господин, отпусти меня к брату, и я куплю у него сию палату, если он еще не знает красоты ее, и потом, купив ее, снова возвращусь сюда». Тогда ангел возвратил душу в тело, и умерший тотчас ожил, и, как бы пробудившись от сна, спрашивал окружающих его о брате и молил, чтоб царь поскорее пришел к нему. Царь, услышав, что брат его ожил, весьма обрадовался и поспешил к нему, и, видев его живым, сделался еще радостнее. Воскресший же начал говорить ему: «Я уверен, царь, что ты любишь меня, как своего брата, зная, что ты безутешно плакал обо мне. И если бы можно было освободить меня от смерти, то отдал бы за то даже до полцарства своего». Царь отвечал: «Да, это совершенная правда. Если ты так любишь меня, — сказал на это брат царя, — то прошу у тебя одного дара, не откажи мне в нем». Царь отвечал: «Все, чем я владею в государстве моем, все даю тебе, любимому моему брату», и клятвенно подтвердил свое обещание. Тогда воскресший брат сказал: «Дай мне палату твою, которую ты имеешь на небесах, и возьми за нее все мое богатство». Царь, услышав такие слова, пришел в смущение и молчал, как бы потеряв способность говорить. Потом он сказал: «Откуда у меня на небесах может быть палата?» «Воистину, — отвечал брат царя, — на небесах есть такая палата, о которой ты не знаешь и какой ты никогда не видел во всей Поднебесной. Ее построил тебе Фома, которого ты держишь в темнице. Я видел ее и дивился ее несказанной красоте и просил поместить меня хотя бы в одном углу ее, но это мне не было дозволено, ибо водивший меня ангел сказал: нельзя тебе жить в ней, потому что это палата брата твоего, которую построил известный тебе Фома. Я просил ангела, чтобы он отпустил меня к тебе, чтобы купить у тебя ту палату. Итак, если ты любишь меня, отдай ее мне и возьми вместо нее мое имение».
Тогда царь возрадовался о возвращении брата к жизни и о палате, построенной ему на небесах, и сказал он воскресшему брату: «Возлюбленный брат, я клялся не отказать тебе ни в чем, что на земле мне подвластно, а той палаты, которая находится на небе, я тебе не обещал. Но если хочешь, то мы имеем зодчего, который может построить такую же палату и тебе». Благодарственная ступень канона покаянного Андрея Крицкого. «Услышал пророк о пришествии твоем, Господи, и устрашился, что тебе угодно родиться от девы и явиться людям. И сказал: услышал я весь о тебе и устрашился. Слава силе твоей, Господи! Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Бодрствуй, душа моя! Будь мужественна, как великий из патриархов, чтобы приобрести себе дело по разуму, чтобы обогатиться умом, видящим Бога, и проникнуть в неприступный мрак в созерцании и получить великое сокровище. Благодарю тебя, Господи, Боже мой!» Великий из патриархов, родив 12 патриархов, таинственно представил тебе, душа моя, лестницу деятельного восхождения, премудро расположив детей, как ступени, а свои шаги, как восхождение вверх. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Подражая ненавидимому Исаву, душа, ты отдала соблазнителю благословение, несчастное пало дважды деятельностью и разумением, поэтому ныне покайся, это твой голос, Иисус, снова зовет меня восстать и следовать за тобою. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Исав был назван Идомом за крайнее пристрастие к женолюбию. Он непрестанно, разжигаясь невоздержанием и оскверняясь любострастием, назван Эдемом, что значит распаление души грехолюбивой. Ты избавил верных твоих от подобного греха. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слышав об Иове, сидящем на гнойще, ты, душа моя, не подражала ему в мужестве, не имела твердой воли во всем, что узнала, что видела, что испытала, но оказалась нетерпеливою. Ты же искупитель мой, даруешь терпение, ибо горе потерявшим его. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Бывший прежде на престоле, теперь на гноище обнаженный, изъязвленный, имевший много детей, знаменитый, внезапно стал бездетным и бездомным. Гноище считал он своим чертогом и язвы драгоценными камнями. Ты, Боже, давал мне силы переносить посланные испытания. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным, в лицах богословски исповедую тебя, троическое единое божество, соцарственное и сопрестольное. Возглашаю тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, и ныне, и присно, и во веки и веков. Аминь. И рождаешь ты, и остаешься девою в обоих случаях, сохраняя по естеству девство. Рожденный тобой обновляет законы природы, а девственное чрево рождает. Когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего просвети меня, молю, человеколюбец, путеводи меня в повелениях твоих и научи меня, Спаситель, исполнять твою волю. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, о корзинке с Моисеем, в древности носимой водами в волнах реки, как в чертоге, избегшем горестного последствия замысла фараонова. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Если ты слышал, несчастная душа, о повивальных бабках, некогда умершлявших новорожденных младенцев мужеского пола, то теперь, подобно Моисею, млекопитайся мудростью. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Если ты слышала, подобно великому Моисею, поразившему египтянина, ты не умертвила бы, несчастная душа, гордого ума. Как же, скажи, вселилась бы ты в пустыню от страстей через покаяние? Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Великий Моисей поселился в пустыне, иди и ты, душа, подражай его жизни, чтобы тебе увидеть те новом кусте явления Бога. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Изобрази, душа Моисея, жезл, подражающий
поражающий море и огустевающий глубину в знамение Божественного Креста, которым и ты можешь совершить великое. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Аарон приносил Богу огонь чистый, беспримесный, но Офни и Финиес приносила, как ты, душа, отчужденная от Бога, нечистую жизнь, а ныне жертвенная есть Дух сокрушенный и благодарный тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога, свят, 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 Отец, Сын и Дух, простое существо, единица, вечно поклоняемая, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. В тебе нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, облегся мой состав, сотворивший мир Бог, и соединил с собой человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, возвал жизнь мою от погибели. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Волны грехов моих Спаситель, обратившись как в Черном море, внезапно покрыли меня, как некогда египтян и их всадников, но я возопил к тебе, и ты спас меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Нерассудителен твой выбор, душа, как у древнего Израиля, ибо ты безрассудно предпочитала божественной мане сластолюбивое присыщение страстями, но ныне Господь призвал тебя на чудную вечерю любви. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Колодцы хананейских помыслов ты, душа, предпочла, читала камню с источником, из которого река премудрости, как чаша, изливает струи богословия. Но ты, душа, расслышала голос возлюбленного твоего Иисуса, и ныне сидишь с ним у колодца мудрости его Духа Святаго. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Святое мясо, свиное мясо, котлы и египетскую пищу ты предпочитала пищей небесной, душа моя, как древний безрассудный народ погибала в пустыне. Иисус увидел тебя, оживил и омыл, и даровал силу на благовестие всем людям. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Как Моисей, раб твой, ударив жезлом о камень, таинственно предобразил животворное ребро твое, Спаситель, из которого все мы почерпаем питье жизни. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Исследуй, дыша, подобно Иисусу Навину, и обозри обещанную землю, какова она, и поселись с ней путем исполнения закона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я, Троица простая, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили без закона, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам, но не оставь нас до конца, Боже отцов. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Когда ковчег везли на колеснице, то Оза, когда вол свернул в сторону, лишь только прикоснулся, испытал на себе гнев Божий, но душа, избегая его дерзости, благоговейно почитай божественное. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала об Авессаломе, как он восстал на самую природу, знаешь гнусные его деяния, которыми он обесчестил ложе отца Давида, но ты сама подражала его страстным сластолюбивым порывам. Но родившись свыше во Христе Иисусе, ты, душа, осудила себя, чтоб жить для Господа. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Свободное свое достоинство ты, душа, подчинила своему телу, ибо, нашедши другого Ахитофела врага, ты склонилась на его советы, но их рассеял сам Христос, чтоб ты спасена была. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Чудный Соломон, будучи преисполнен дара премудрости, некогда сотворив
злое пред Богом, а отступил от него, ему ли ты желаешь уподобиться душа своей жизнью, достойное проклятие, Господь мой, искупитель от всех грехов, благодарю тебя, Господи Боже мой. Увлекшись сластолюбивыми страстями, осквернилась, увы, ревнитель премудрости, возлюбив нечестивых женщин, и отчуждившись от Бога, ему душа ты не подражай, и в уме постыдным сладострастием, благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты поревновала душа Роваму, не послушавшему совета отеческого, и вместо злейшему рабу Иеровоаму, древнему мятежнику, избегай подражания им, и взывай к Богу, согрешила я, умилосердись надо мною. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Троица простая, нераздельная, единосущная, единое естеством, света и святы, три святы, и едино лицо свято, Бог, Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же и ты, душа, прославь жизнь и жизни Бога всех, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила единого из нераздельной Троицы Христа Бога, и сама открыла для нас, живущих на земле небесной, обители. Кого прославляет воинство небесное, и пред кем трепещут херувимы и серафимы, того все существа и творения воспевайте, благословляйте и превозносите во все века. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Соревновав Озии, душа, ты получила себе вдвойне его проказу, ибо помышляешь недолжное и делаешь беззаконное, оставь, что у тебя есть, и приступи к покаянию. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, о ниневитянах, врубище и пекле кающихся и Богу. Им ты подражала, хотя была упорнейшей всех согрешивших, до закона и после закона твой дух подвиг меня к раскаянию. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, как Иеремия в нечистом рве с рыданиями взывал городу Сиону и искал слез, подражая плачевной его жизни, и спасешься. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! И он побежал в Фарсис, предвидя обращение невитян, ибо он, как пророк, знал милосердие Божие и вместе ревновал, что пророчество не оказалось ложным. Он не желал проповедовать язычникам, считая их недостойными милости твоей, но и ты меня пощадил. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, как Даниил во рве загладил уста зверей, ты узнала, как юноши, бывшие с Азарию, верою угасили разжженный пламень печи. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ты слышала, душа, как Даниил во рве. А из Ветхого Завета всех я привел тебе в пример, душа. Подражай благоугодным деяниям праведных, избегай грехов людей порочных. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Безначальный Отчество, безначальный Сын, утешитель благий, Дух правды, родитель Бога Слова, Слово безначальное Отца, Дух животворящий, созидающий, Троица единая, помилуй меня, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Иммануила соткалась внутри твоего чрева пречистая, как бы из вещества пурпурного, потом мы почитаем тебя истиной, Богородица. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, без мужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу, поэтому тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Христос был искушаем, дьявол искушал, показывая камни, чтобы они обратились в хлебы. Возвел его на гору, чтобы видеть все царство мира и одно мгновение. Бойся, душа, этого обольщения, бодрствуй, ежечасно молись Богу. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Пустонолюбивая горлица голос вопиющего Христов светильник взывал, проповедуя покаяние, а Ирод беззаконствовал с Иродиадою. Смотри, душа моя, чтобы не впасть тебе в сети беззаконных, но возлюби покаяние. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Предтеча благодати обитал в пустыне все иудеи и самаряне,
стекались слушать его и исповедали грехи свои с усердием, принимая крещение, и ты, душа, подражала им. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Брак честен, ложа непорочна, ибо Христос благословил их некогда в Кане, на браке, вкушая пищу, плоти притворяя воду, вино, совершая первое чудо, чтоб ты, душа, изменилась. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Христос укрепил расслабленного, взявшего постель свою, воскресил умершего юного сына вдовы, исцелил слугу сотника и, открыв себя самарянке, предначертал тебе, душа, служение Богу духом. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Господь исцелил кровоточивую через прикосновение к одежде его, очистил прокаженных, дал прозрение слепым, исправил хромых, глухих, немых и уврачевал словом скорченную, чтоб ты спаслась. Несчастная душа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына, с верою поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом жизни и жизням, животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сохраняй грацию, пречистая Богородительница, плод Твою, под Твоей защитой Он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при том содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении преподобного Отца Андрея. Моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец, блаженный пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренне почитающим память твою. Помощники, покровитель явился мне ко спасению, он, Бог мой, прославлю его, Бога Отца моего, и превознесу его, ибо он торжественно прославился. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! С юности Христе я пренебрегал твоими заповедями, всю жизнь провел в страстях, беспечности и нерадении, поэтому и взываю к тебе, Спаситель, хотя при кончине спаси меня, и ты услышал и спас. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Поверженного пред врагами твоими, Спаситель, хотя в старости не зри меня в ад, как невоздержанного, но прежде кончины, как человеколюбец, даровал мне оставление прегрешений. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Растащив богатство мое в распутстве, Спаситель, я чужд был плодов благочестия, но, чувствуя голод, взываю: Отец милосердный, поспеши, умилосердись надо мною, и ты услышал и исполнил прошение мое. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! По помыслам я человек, попавшийся разбойником, теперь я весь израненный, покрыт язвами, но ты сам, Христос, Спаситель, пришел и исцелил меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Священник, заметив меня, прошел мимо, и левит, видя меня в беде, обнаженного презрел, но ты, воссиявший от Марии Иисус, пришел и милосердился надо мною. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Даруй мне, Мария, неспосланную тебе свыше божественным помыслом, светозарную благодать избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги твоей жизни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресущественная Троица, которой мы поклоняемся как единому существу, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как милосердное даруй мне слезы умиления, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Богородица, надежда и помощь всем воспевающим тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как владычица непорочная, прими меня кающегося. Внемли небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего в плоти от девы. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! От невоздержания, как Давид, я пал и осквернился, но ты омыл и меня, Спаситель, слезами. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Ни слез, ни покаяния, ни умиления не было у меня. Ты сам, Спаситель, как Бог, даровал мне это. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Погубил я первозданную красоту, и благообразие мое лежало обнаженным и не стыдился. Но ты поднял меня, перевязал мне раны,
ныне Твой. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Не затвори предо мною теперь дверь Твою, Господи. Господи, ну отвори ее для меня, кающегося Тебе. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Ты внял, Спаситель, стенанием души моей, принял слезы очей моих и спас меня. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Человеколюбец, желающий всем спасения, Ты призвал меня и принял, как благий кающегося. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица Дева, Ты одна, всеми воспеваемая, уседно молив о нашем спасении. Видите, видите, что я, Бог, в древности не спослан, лавший ману, источивший воду из камня народа мою в пустыне одним своим могуществом. Видите, видите, что я Бог, внимай, душа моя, взывающему Господу, остав прежний грех, и убойся, как праведного судью и Бога. Он все еще долго терпит тебя. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Кому уподобилась ты, многогрешная душа, как не первому Каину, и тому Ламеху, жестоко окаменив тело злодеяниями, убив ум безрассудными стремлениями, но призвав Иисуса начальником, признав и совершителем веры, ты изменилась вся. Благодарю тебя, Господи Боже мой, имея в виду всех живших до закона, о душа, не уподобилась ты Сифу, не подражала ни Еносу, ни Еноху через преселение духовное, не Ною, но оказалась чуждой жизни праведников. Господь нашел тебя, омыл, одел и соделал чадом своим. Благодарю тебя, Господи, Боже мой. Ты одна, душа моя, открыла бездны гнева Бога своего и потопила, как землю всю, плоть и дела, и жизнь, и оставалась вне спасительного ковчега. Но Бог Иегова спас тебя по любви к твоему творению своему, и ты возлюбила его, возопив «Авва, Отче, преподобная Мать Мария, моли Бога у нас». Оставив прежний путь греха, ты с всем усердием и любовью прибегла ко Христу, живя в непроходимых пустынях и в чистоте, исполняя божественные его заповеди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Изначально несозданная Троица, нераздельная единица, прими меня кающегося, спаси согрешившего. Я твое создание, не презрено, пощади, избавь меня от осуждения в огонь, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда прибегающих к тебе и пристанище для застигнутых бурей, твоими молитвами преклони на милости ко мне, милостивого Творца и Сына твоего. Утверди, Господи, на камне Твоих заповеди, поколебавшее сердце, сердце мое, ибо Ты один свят и Господь. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, симого благословения наследовала Ты, облагодетельственная душа, и получила подобное Фету обширные владения на земле, отпущение грехов. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, удались, душа моя, от земли Харан, от греха иди в землю, источающую вечно живое нетление, которую наследовал Авраам. Ты, Боже, даровал мне не меньшее наследие. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Ты слышала, душа моя, как в древности Авраам оставил землю отеческую и сделался странником, подражая его решимости. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Угостив ангелов под дубом аврийским, патриарх на старости получил как добычу обещанное. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, зная, бедная душа моя, как Исаак принесен таинственно в новую жертву всесожжения Господу, подражая его решимости. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Ты слышала, душа моя, что Измаил был изгнан как рожденный рабыней. Бодрствуй, смотри, чтобы тебе не потерпеть бы чего-либо подобного. За сладострастие Ты, Боже, до ныне хранил меня. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Окружен я, Матерь, бурей и сильным волнением согрешений, но Ты сама ныне спаси меня и приведи к пристанищу божественного покаяния. Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас. Усердное моление и ныне, преподобная, принеся к умилостивлительной Твоими молитвами Богородицы, открой для меня божественные входы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Троица несоставная, несозданное существо безначальное. В троичности лиц воспеваемое, спаси нас с верою поклоняющихся силе Твоей, ныне присно и во веки веков. Аминь. Ты, Богородительница, не испытавши мужа, во времени родила сына от отца, вне времени и дивное чудо, питая молоком, прибыла девою. Услышал пророк о пришествии Твоем, Господи, устрашился, что Тебе угодно родиться от девы и явиться людям, и сказал: услышала весь о Тебе, устрашился, слава силе Твоей, Господи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, тело мое сквернено, дух грязен, весь я покрыт струпами, но Ты, Христе, как врач, врачуй и то, и другое моим покаянием, а мой очисти, яви меня, чище снега, Спаситель мой. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Твое тело и кровь слова Ты принес жертву за всех при распятии. Тело, чтобы воссоздать меня, кровь, чтобы омыть меня, и дух Ты, Христе, предал, чтобы привести меня к Твоему Отцу. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Посреди земли Ты устроил спасение милосердное, чтобы мы спаслись. Ты добровольно распялся на древе Эдем. Затворенный открылся, Тебе поклоняются небесные и земные, и все спасенные Тобой народы. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Да будет мне омовением кровь из ребер Твоих и вместе питьем, источившая оставление грехов, чтоб мне и тем, и другим очищаться в слове, помазуясь и напояясь животнотворными Твоими словами, как мазью и питьем. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Церковь приобрела себе чашу живоносного ребре Твоего, из которого проистек нам двойной поток оставления грехов и разумения, Спаситель наш, в образ обоих заветов, ветхого и нового. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Я был лишен брачного чертога, лишен и брака, и вечери светильник, как без елея погас, чертог закрылся во время моего сна, вечеря окончена, а я связанный по рукам и ногам, как бы извержен вон. Но Ты обновил меня покаянием, я вновь на поприще с Тобою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нераздельным по существу, неслиянным в лицах, богословски исповедую Тебе, троичное единое Божество, соцарственное и сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, ныне присно и во веки веков. Аминь. В обоих случаях, сохраняя по естеству детство, рожденный Тобой обновляет законы природы, а девственное чрево рождает, когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От всего сердца моего я возвал к милосердному Богу, и Он услышал меня, из ада преисподнего я возвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Восстань! И побеждай плотские страсти, как Иисус Амалика, всегда побеждай гаванитян, обольстительные помыслы. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Душа, Бог повелевает, перейди, как некогда ковчег Иордан, текущее по своему существу время, и сделайся обладательницей обещанной земли. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Подобно тому, как Ты спас Петра, возвавшего, поспеши, Спаситель, спасти меня, избавь меня от чудовища, простерши свою руку и выведи из глубины греха. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой! Тихое пристанище вижу в Тебе, Владыка. Владыка Христе, поспеши же избавить меня от непроходимых глубин греха и отчаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу. Свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородице, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Продолжение жития и страданий святого апостола.
Фомы. Сказав сие, царь тотчас послал в темницу слуг, чтобы вывести оттуда святого Фому вместе с приведшим его купцом Аваном. Когда они явились к царю, сей последний поспешил навстречу к апостолу и пал ему в ноги, прося у него прощения за свой грех против него, соделанный им по неведению. Апостол же, возблагодарив Бога, начал учить обоих братьев, веря в Господа нашего Иисуса Христа. И они, умиляясь душой, принимали с любовью слова его. Вскоре затем он крестил их и научил их жить по-христиански, а братья многочисленными милостынями своими создали себе вечные обители на небесах. Пробыв с ними несколько времени и утвердив их в святой вере, апостол пошел в другие окрестные города и селения, подвязаясь в деле спасения душ человеческих. В то время, когда Фома просвещал проповеди Евангелия индийские страны, наступило время честного представления Божией Матери. И все апостолы из разных стран восхищены были на облаках небесных и перенесены в Гефсиманию, к одру Преблагословенной Девы. Тогда и святой апостол Фома был восхищен из Индии, но не поспел прибыть к самому дню погребения Бога прославленного тела Пречистой Богородицы. Это устроено было Божьим изволением для того, чтобы удостоверить верующих, что Матерь Божья с телом была взята на небо. Ибо как относительно воскресения Христова мы более утвердились в вере через неверие Фомы, так относительно взятия на небеса с плотью Пречистой Девы Марии Богородицы узнали вследствие замедления Фомы. Апостол прибыл только на третий день после погребения и скорбел о том, что не мог быть в Гефсимании в самый день погребения, чтобы проводить с прочими апостолами тело Матери Господа своего на место погребения. Тогда, по общему соглашению святых апостолов, для святого Фомы открыли гробницу Пресвятой Девы Богородицы, чтобы он, увидев пречистое тело, поклонился ему и утешился в своей печали. Но когда открыли гробницу, то не нашли тело, а только одну лежащую там плащаницу. И отсюда все твердо уверовали в то, что утвердились, что Матерь Божия, подобно Сыну Своему, воскресла в третий день и с телом была взята на небеса. После сего Фома снова появился в индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере знамениями и чудесами. Прибыв в Мелиапор, он просветил там многих проповеди Евангелия и утвердил их в своей вере следующим чудом. На одном месте лежало необычайных размеров дерево, которое не только люди, но даже и слоны не могли сдвинуть с места. Фома же привязал к всему дереву свой пояс и на том поясе оттащил дерево на 10 стадий и отдал на построение храма Господня. Увидев сие, верующие еще более укрепились в вере, и из неверовавших многие уверовали. Апостол сотворил там и другое чудо, еще больше первого. Один языческий жрец убил своего сына и обвинил в этом святого Фому, говоря: «Фома убил моего сына». В народе поднялось волнение, и собравшаяся толпа схватила святого Фому как убийцу и требовала, чтобы суд обрек его на мучение. Когда же не находилось никого, кто мог бы засвидетельствовать, что Фома не причастен к такому убийству, то апостол Христов стал умолять судью и народ: «Отпустите меня, и я во имя Бога моего спрошу убитого, чтобы он сам сказал, кто убил его». Все пошли с ним к телу убитого жреческого сына. Возведя очи к небу, Фома помолился Богу и потом сказал мертвецу: «Во имя Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе, юноша, скажи нам, кто убил тебя». И тот час мертвец сказал: «Мой отец убил меня». Тогда все воскликнули: «Велик Бог, коего проповедует Фома». Апостол был освобожден, и жрец таким образом сам попал в яму, которую выкопал для апостола. После сего чуда великое множество народа обратилось к Богу и приняло крещение от апостола. Затем апостол пошел еще дальше, в Коломитскую страну, где правил царь
Муздий. Проповедуя здесь Христа, святой обратил к вере одну женщину по имени Синдики, племянницу Мигдонии, жены царского любимца Коризия. Синдики убеждала Мигдонию, чтобы они познали истину, она познала истину, уверовала во единого Бога, создателя всей вселенной, коего проповедует Фома. Тогда Мигдония сказала Синдике: «Я хотела бы сама увидеть того человека, который проповедует истинного Бога, и услышать от него это учение». Синдике отвечала: «Если хочешь увидеть апостола Божия, оденься в плохую одежду, как будто бы простая ты и бедная женщина, чтобы тебе не быть узнанной, и тогда пойдем со мной». Мигдония так и сделала, пошла Синдике. Они нашли апостола, проповедующего Христа, посреди большой толпы простых и бедных людей. Вмешавшись в толпу, они стали слушать учение Фомы, который много говорил о Христе, Господе, и учил вере в Него, причем говорил даже и о смерти, о суде, и гиене, и о Царстве Небесном. Слушая все сие, Мигдония умилилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и, беседуя с племянницей своей Синдике о Христе, утверждалась в любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими, как врагами Божьими, и избегать всякого общения с ними в беседах и на пирах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его мужа. И когда он не мог заставить Мигдонию изменить свое решение, то стал просить царя Муздия, чтоб тот послал жену свою, царицу Тертиану, уговорить Мигдонию не гнушаться супружеским сожитием. Царица Тертиана и Мигдония, жена Коризия, были родные сестры. Царица пошла к Мигдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Мигдония отвечала: «Потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога, Иисуса Христа. И не хочу быть оскорбленной человеком, неверующим и нечистым». Тертиана, пожелав узнать, кто это Иисус Христос, которого Мигдония называет истинным Богом, тогда Мигдония изложила пред ней проповедь апостола Фомы и учила ее познанию истинной веры. Тертиана, желая определеннее знать о Христе и лучше научиться вере, пожелала видеть самого апостола и слышать его проповедь. Посоветовавшись с Мигдонией, они тайно послали за апостолом и, призвавши его, обе умоляли наставить их на путь истины. Он же, проповедуя им Христа, просветил их светом веры, омыл купелью святого крещения и научил их хранению заповедей Божьих и всяким добродетелям. Тертиана и Мигдония, запечатлевши в сердце своем все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Апостол же силою Божию продолжал творить многочисленные чудеса и исцелять всякие недуги, и многие, не только из простого народа, но даже из царских придворных, видя знамения, совершаемые апостолом, и слушая его учения, обратились ко Христу. Следующая ступень – словословие. Великого покаянного канона Андрея Критского. «Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь, конец приближается, и ты смутишься, пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий. Мы согрешили, жили без закона, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже отцов, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты, душа, добровольно вместила преступление Манасии, поставив место идолов, страсти умножив мерзости, но усердно подражая его покаянию с чувством умиления. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе.
ты подражала Ахаву. В мерзостях душа моя, увы, ты сделалась жилищем плоских нечистот и постыдным сосудом страстей, но воздохнула из глубины своей, поведала Богу грехи свои, и Он простил и приблизил тебя к себе. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Заключилось небо для тебя, душа, и голод от Бога послан на тебя, как некогда на Ахава, за то, что он не послушал слов Ильи Фесвитянина, но ты подражай вдове Царепской, напитай душу пророка. Благодарю тебя, Господи Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Илья попалил некогда дважды по 50 служителей Елизавели, когда истреблял гнусных пророков ее в обличении Ахава. Но ты, душа, избегай подражания обоим им и крепись в воздержании. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, нераздельно, не единосущно, и одно божество, свет и свет, три святые, одно лицо свято, Бог Троица, воспеваемая в песнопениях, воспой же ты, душа, прослав жизни жизни Бога всех, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила одного из нераздельной Троицы Христа Бога, и сама открыла для нас, живущих на земле, небесные обители. Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо, без мужной матери не тленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу, поэтому тебя, как Богоневесту-Матерь, мы все роды православно величаем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Врачу и болезни Христос Слово благовествовал нищим, исцелял у вечных, кушал с мытарями, беседовал с грешниками и прикосновением руки возвратил вышедшую из тела душу Иаировой дочери. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Мытарь спасся и блудница сделала целомудренной, а гордый фарисей подвергся осуждению, ибо первый вздыхал «Будь милостив ко мне», другая «Помилуй меня», а последний тщеславно возглашал «Боже, я не таков, как прочие», и прочие безумные речи. Благодарю тебя, Господи Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Закхей был мытарь, однако спасся, Симон фарисей соблазнялся, а блудница получила решительное прощение от имеющего власть отпускать грехи. Спеши, душа, и ты, подражай ей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Бедная душа моя, ты подражала блуднице, которая, взяв сосуд, с миром мазала со слезами и отирала волосами ноги Спасителя, разорвавшего запись прежних ее прегрешений. Так же было и со мною. Благодарю тебя, Господи Боже мой! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты знаешь, душа моя, как прокляты города, которым Христос благовестил Евангелие. Страшись этого примера, чтобы тебе не быть, как они, ибо владыка, уподобив их содомлянам, присудил их к аду. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Не окажись, душа моя, по отчаянию хуже хананиянки, слышавшей о вере, по которой Божьим словом исцелена дочь ее. Ты воззвал, как она, Христу из глубины сердца, сын Давидов, спаси меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Благодарю тебя, Господи Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, животворящему и просвещающему концы, прославим Отца, превознесем Сына с верою, поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единому по существу, как свету и светом жизни и жизням животворящему и просвещающему пределы вселенной, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Сохрани град свой, Пречистая Богородительница, по твоей защите он царствует с верой, от тебя получает крепость, и при твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Преподобного отца Андрея, моли Бога о нас. Андрей, досточтимый отец, преблаженный пастырь Критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем искренне почитающим память твою. Помощники и покровители явился мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю его, Бога Отца моего, и превознесу его,
ибо он торжественно прославился. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Агнец Божий, взявший грехи всех, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердный даруй мне слезы умиления. Благодарю тебя, Господи Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! К тебе припадаю, Иисусе, согрешил я пред тобою, милосердись надо мною, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердный даруй мне слезы умиления. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Не входи со мною в суд, взвешивая мои дела, исследуя слова и обличая стремления, но по твоим щедротам, презирая мои злодеяния, спаси меня, всесильный, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Время покаяния, к тебе прихожу, моему Создателю, сними с меня тяжкое бремя греховное, и как милосердный даруй мне слезы умиления. Благодарю тебя, Господи Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Расточив в грехе духовное богатство, я чушь святых добродетелей, но, испытывая голод, взываю источник милости, Господи, спаси меня! Преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас! Покорившись перед божественным заповедями Христа, ты предала сему, оставив необузданное стремление к удовольствиям, и все добродетели, как одну, исполнила со всем благоговением. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Пресущественная Троица, которой мы поклоняемся как единому существу, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как милосердное даруй мне слезы умиления, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, надежда и помощь всем воспевающих тебя, сними с меня тяжелое бремя греховное, и как владычица непорочная, прими меня кающегося. Видите, видите, что я Бог, в древности не спаславший ману, источивший воду из камня народу моему в пустыне, одним своим всемогуществом. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Мужа убил я, сказал Ламех, в язву мне и юношу, в рану мне, взывал он, рыдая, душа моя вострепетала, осквернив тело и помрачив ум. Благодарю, что продлил жизнь мою, Господи, помилуй меня, Боже, помилуй меня, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты умудрилась, душа, устроить столб и воздвигнуть твердыню своими вожделениями, но Творец обуздал замыслы твои, поверг на землю твои построения. Помилуй меня, Боже, помилуй меня! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! О, как уподобился я древнему убийце Ламеху, убив душу как мужа, ум как юношу! И подобно убийце Каину, тело мое как брата с сластолюбивыми стремлениями. Но, обратившись к тебе, раскаялся во всем непотребстве, и ты отринул меня, не отринул меня. Помилуй меня, Боже, помилуй меня! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Господь некогда пролил дождем огонь от Господа, попалив неистовое беззаконие содомлян. Ты же, душа, разожгла огонь гиенский, в котором должна была бы гореть. Но Голгофской жертвой Иисуса Христа ты избавлена от вечных мук. Благодарю тебя, Господи Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Изранен я, изъязлен, вот стрелы врага, пронзившие душу мою и тело. Вот раны, язвы и струпы вопиют об ударах самопроизвольных моих страстей. Ты же перевязал раны мои и доставил в гостиницу церковь твою. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Утопая в бездне зла, ты растерла, Мария, руки свои к милосердному Богу. Он всячески, ища твоего обращения, человеколюбиво подал тебе, как Петру, божественную руку, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Изначально несозданная Троица, нераздельная единица, прими меня, кающегося, и спаси согрешившего. Я твое создание не презираю, но пощади, избавь меня от осуждения в огонь, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Владычица, Богородительница, надежда, прибегающая к тебе, и пристанище для застигнутых бурею твоими молитвами, преклони на милости ко мне, милостивого Творца и Сына Твоего.
Услышал пророк о пришествии твоем, Господи, и устрашился, что тебе угодно родиться от девы явиться людям. И сказал, услышал я весть о тебе, и устрашился, слава силе твоей, Господи, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Время жизни мне кратко, исполнено огорчений и пороков, но прими меня в покаяние и призови к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычей и пищей врага, Спасителю, милосердись надо мною. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Человек, облеченный царством, достоинством, венцом и багряницей, многое имевший, и праведно изобиловавший богатствами и стадами, внезапно обнищав, лишился богатства, славы и царства, но Ты вывел его в Твой свет. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Если он, будучи праведным и безукоризненным более всех, не избежал козни и сетей обольстителя дьявола, то что сделаешь ты, грехолюбивая, несчастная душа, если что-нибудь неожиданное постигнет тебя? Да не возвратишься назад, как пес на свою блевотину, ты до ныне хранишь меня, Боже, благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Высокомеренный я был на словах, дерзок и в сердце, напрасно и тщетно, и ты не осудил меня с фарисеем. Даруй мне смирение, мытарей к нему причисли, один милосердный и правосудный. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Не послушал я никогда голоса твоего, нарушил писание твое, законодатель, но ты принял меня в покаянии и призвал к познанию истины, чтобы не сделаться мне добычей и пищей врага. Ты сам, Спаситель, умилосердился надо мною, преподобная Мать и Мария, моли Бога о нас. Увлекшись в глубину великих пороков, ты, Мария, не погрязла в ней, но высшим помыслом через деятельность явно поднялась до совершенной добродетели, дивно изумив ангельскую природу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Нераздельным по существу, неслиянным в лицах богословских исповедую Тебя, троичное единое Божество, соцарственное и сопрестольное, возглашаю Тебе великую песнь в небесных обителях, троекратно воспеваемую, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И рождаешь Ты, остаешься Девой в обоих случаях, сохраняя по естеству девство, рожденный Тобой обновляет законы природы, а девственное чрево рождает, когда хочет Бог, то нарушается порядок природы, ибо Он творит, что хочет. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, и Он услышал меня из ада преисподнего, и воззвал жизнь мою от погибели. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Я-то драхма с царским изображением, которая с древности потеряна у Тебя, Спаситель, но, засветив светильник причечью своего слове, Ты искал и нашел меня, свой образ. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Восстань и низложи плотские страсти, как Иисуса Малика, всегда побеждая гаванитян, обольстительные помыслы. Ты всегда даешь силу поражать врага. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас, чтобы угасить пламя страстей. Ты, Мария, пылая душой, непрестанно проливала потоки слез при изобилии которых даруй мне, рабу Твоему, преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Возвышеннейшим образом жизни на земле Ты, Матерь, приобрела небесное бесстрастие, поэтому ходатайствуй, чтобы воспевающие Тебя избавились от страстей по Твоим молитвам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я Троица несоставная, нераздельная, раздельная в лицах и единица, соединенная по существу, свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира, моли, Богородица, чтоб по молитвам Твоим нам оправдаться, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтоб пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий. Ты услышал мольбу мою,
исполнил попрошение ее. Мы согрешили, жили без закона, неправо поступали пред тобою, не сохранили, не исполнили, что ты заповедал нам. Но не оставь нас до конца, Боже отцов. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Дни мои прошли, как сновидение пробудившегося. Поэтому, подобно Иезекиилю, я плачу на ложе моем, чтоб продлились годы жизни моей. Но какой Исаия посетит тебя душа, если не Бог всех? Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Припадая к тебе и приношу тебе со слезами слова мои, согрешил я, как не согрешила блудница, и жил беззаконие, как никто другой на земле. Но ты умилосердился надо мной, владыка, как над созданием своим, и восстановил меня. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе. Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу всеведущему, Спаситель, ты один знаешь мои тайны, но сам помилуй меня, как поет Давид, по твоей милости. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Возвавших Пречистой Матери, Богоматери, ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко свирепствовавших, и посрамила врага, обольстителя, даруй же ныне помощи, скорби и мне, рабу твоему. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Кого ты возлюбила, кого избрала, для кого изнуряла плоть преподобная, моли ныне Христа о рабах твоих, чтобы он по своей милости ко всем даровал мирное состояние почитающим его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, и одно божество, свет и свет, три святые, одно лицо свято, Бог Троица воспеваемая, в песнопениях воспой же и ты, душа, прославь жизни, жизни Бога всех, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, Богородительница, ибо ты родила одного из нераздельной Троицы Христа Бога, и сама открыла для нас, живущих на земле небесные, обители. Кого прославляет воинство небесное, пред кем трепещут херовимы и серафимы, кого все существа и творения воспеваете, благословляете и превозносите во все века. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Изливая сосуд слез, как мира на голову, Спаситель, взываю к тебе, как ищущая милости блудница, приношу моление и прошу о получении мне прощения, и ты милостиво приняла меня. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хотя никто не согрешил пред тобой, как я, но, милосердный Спаситель, ты принял меня, кающегося со страхом и с любовью, взывающего. Я согрешил пред тобой одним, помилуй меня, милосердный. Ты обнял меня с любовью, как блудного сына. Благодарю тебя, Господи Боже мой, что даровал мне рождение свыше, рождение от Духа твоего, от Святого Евангелия, через Новый Завет. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ты пощадил, Спаситель, создание свое, как пастырь отыскал потерянного, возвратил заблудшего, отнял у волка и садил в нянце на пастбище твоих овец. Благодарю тебя, Господи, Боже мой! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Когда ты, милосердный, воссядешь, как судья, откроешь грозное величие свое, Спаситель, о, какой ужас тогда! Печь будет гореть и все трепетать пред неумолимым судом твоим, но меня ты уже вписал в книгу жизни и перевел от смерти в жизнь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Преподобная Мать Мария, моли Бога у нас, Матерь незаходимого света Христа, просветив тебя, освободила от мрака страстей, поэтому, приняв благодать Духа, просвети, Мария, искренно прославляющих тебя. Преподобная Мать Мария, моли Бога у нас! Увидев тебе, Матерь, поистине новое чудо, святой засима удивился, ибо он увидел ангела во плоти и весь преисполнился изумлением, воспевая Христа во веки, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, безначальный Отчица, безначальный Сын, утешитель благи, Дух правый, родитель Слова Божия, безначальное Слово Отца, Дух животворяющий, созидающий, Троица единая, прими благодарность за призвание в Царство Сына Божия, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мысленная Порфира, плоть Эммануила, соткалась внутри твоего чрева. Пречистая, как бы из вещества пурпурного, потому мы почитаем тебя, истинную Богородицу.
Рождество от бессеменного зачатия неизъяснимо. Без мужной матери нетленен плод, ибо рождение Бога обновляет природу. Поэтому тебя, как Богоневесту Матерь, мы все роды православно величаем. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Милосердие спаси и помилуй меня, сын Давидов, словом исцеливший беснующихся, и скажи, как разбойнику, милостивые слова, истинно говорю тебе, со мною будешь в раю, когда приду я в славе моей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Разбойник поносил тебя, разбойник же и Богом исповедал тебя, вися оба на кресте, но милосердный, как уверовавшим разбойнику, познавшему в тебе Бога, и мне дверь славного твоего царствия открой. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Тварь содрогалась, видя тебя распинаемым, горы и камни от ужаса распадались и колебали возле земля. Преисподняя пустела, и свет среди дня помрачился, взирая на тебя, Иисус, плотью ко кресту пригвожденного. И ты даровал мне в это поверить искренно от всей души, по слову твоему, всей душой полюбить святую и духоносную Библию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Достойных плодов покаяния ты ждешь от меня, единый Спаситель. И хотя сила моя истощилась во мне, даруй мне всегда сокрушенное сердце и духовную нищету, чтобы я принес их тебе, как благоприятную жертву. Ты оживил меня через слово твое, через богодарованную Библию. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Судья мой, знающий меня, когда опять придешь ты с ангелами, чтобы судить весь мир, тогда, обратив на меня милостивый взор, пощади, Иисусе, и помилуй меня, согрешившего более всего человеческого рода. Ты сказал, что верующий в тебя имеет жизнь вечную, и я поверил в тебя, как моего Спасителя, все это познавая через Библию святую и внимая Духу Святому, особенно на молитве и при принятии святых и животворящих твоих таинств. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, слава тебе, Боже наш, слава тебе! Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас. Ты удивила необычайной своей жизнью всех, как чины ангельские, так и человеческие сонмы, духовно пожив и превзошедши природу, поэтому, Мария, ты, как бесплотная, шествуя стопами, перешла Иордан. Преподобная Мать и Мария, моли Бога у нас, склонив Творца на милость к восхваляющим тебя, преподобная Матерь, чтобы нам избавиться от огорчений и скорбей, отсюда нападающих на нас, чтобы, избавившись от искушений, мы непрестанно величали прославившего тебя Господа, преподобного отца Андрея, моли Бога у нас. Андрей досточтимый, отец преблаженный, пастырь критский, не переставай молиться за воспевающих тебя, чтобы избавиться от гнева, скорби, погибели и бесчисленных прегрешений нам всем, искренно почитающим память твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Прославим Отца, превознесем Сына с верою, поклонимся Божественному Духу, нераздельной Троице, единой по существу, как свету и светом жизни и жизни, животворящему и просвещающему пределы вселенной, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сохраняй грацию, пречистая Богородительница, по Твоей защите Он царствует с верою, и от Тебя получает крепость, и при Твоем содействии неотразимо побеждает всякое бедствие, берет в плен врагов и держит их в подчинении. Володя, Библию принеси, пожалуйста. Продолжение жития и страдания святого апостола Фомы. Один из сыновей самого царя по имени Азан уверовал и крестился у апостола, ибо сам Господь действовал через апостола, умножая церковь свою и распространяя славу имени своего. Царица Тертиана, возвратившись от Мигдонии, пребывала в молитве и посте и продолжала отказываться от плотского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такой перемене в жене своей, сказал другу своему Коризию: «Желая возвратить себе твою жену, я потеряла свою собственную, и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем к тебе твоя». После сего царь и Коризий произвели самое строгое расследование,
о причине такой перемены, которую они заметили в своих женах, и узнали, что некий иностранец, пришлец по имени Фома, научив их вере Христовой, убедил прекратить супружеское сожитие со своими мужьями. Узнали они также, что царский сын Азан и многие служители царского дома, а также начальствующие лица и бесчисленное множество простого народа вследствие проповеди Фомы уверовали во Христа. Все сие привело их в гнев, и они, схватив Фому, бросили его в темницу. После сего апостол был представлен на суд царю. Царь спросил его: «Кто ты, раб или свободный?» Фома сказал: «Я раб того, над коим ты не имеешь власти». Царь сказал: «Вижу, что ты лукавый раб, убежавший от господина своего и приведший в эту землю развращать людей, пришедших, и смущать жен наших. Скажи же, кто господин твой?» «Господин мой, — отвечал апостол, — Господь неба и земли, Бог и Творец всякой твари. Он послал меня проповедовать его святое имя и обращать людей от заблуждения». Царь сказал: «Прекрати, обманщик, свои коварные речи и послушайся моего повеления. Как отвратил ты своей хитростью жен наших от нас, чтобы они не сообщались с нами, так снова обрати их к нам. Ибо если ты не сделаешь так, чтобы жены наши снова жили с нами в прежней любви и общении, то мы предадим тебя лютой смерти». Апостол отвечал: «Не подобает рабыням Христовым иметь супружеское общение с беззаконными мужьями и верующим быть оскверненными, злочестивыми и неверующими». Услыхав это, царь повелел принести раскаленные железные листы и поставить на них апостола босыми ногами. Когда это было сделано, под досками вдруг появились воды, которые остудили их. Потом святого Фому ввергли в жарко растопленную печь, но на другой день он вышел из нее живым и невредимым. После сего Каризий обратился к царю с таким советом: «Заставь его поклониться и принести жертву Богу Солнца, чтобы он через то прогневал Бога своего, который сохраняет его невредимым в мучениях». Когда апостол был приведен к идолу Солнца, то идол тот растопился и растаял, как воск. Верующие ликовали при виде такого могущества небесного Бога, и множество неверных обратились к Господу. Идольские же жрецы возроптали на Фому за уничижение их идола, и сам царь, чрезвычайно скорбившись, думал о том, каким бы способом его погубить. Он боялся, однако, народа и слуг своих, и многих вельмож, уверовавших во Христа. Взяв Фому, царь вышел со своими воинами из города, и все подумали, что он желает увидеть от апостола какое-нибудь чудо. Пройдя около версты, царь отдал Фому в руки 5 воинов, приказав им зайти с ним на гору и пронзить его там копьями. А сам пошел в город Аксимум. Азан же, сын царя, и один человек по имени Сифор поспешили вслед за апостолами, догнав его, плакали о нем. Тогда Фома, спросив у воинов позволения совершить молитву, помолился Господу и рукоположил Сифора священником, а Азана диаконом, и заповедовал им, чтобы они заботились об умножении верующих и распространении Церкви Христовой. После сего войны пронзили его 5 копьями, от чего он и скончался. Сифор и Азан долго оплакивали его и с честью погребли его святое тело. По совершении погребения они сидели около могилы апостола и скорбели. И вот святой явился им, повелевая, чтобы они шли в город и утверждали братью вере. Следуя сему повелению учителя своего, святого апостола Фомы, вспомоществуемые его молитвами, они успешно управляли Церковью Христовой. Царь же Муздий и Каризий долго мучили своих жен, но были не в состоянии склонить их к исполнению своего желания. Поняв, что жены никогда до самой смерти не будут повиноваться им, они должны были оставить их жить свободно по своей воле. Освободившись от бремени супружеского ига, женщины проводили жизнь в строгом воздержании и молитвах, служа Господу день и ночь. И приносили добродетельно свою жизнь великую пользу церкви. Несколько лет спустя один из сыновей царя Муздия впал в беснование, и никто не мог исцелить его, ибо в нем находился весьма лютый бес. Царь был чрезвычайно огорчен болезнью сына своего и задумал открыть гробницу святого апостола с целью взять одну из его костей тела и привязать ее своему сыну на шею, чтобы он избавился от бесовского мучения.
Ибо слышал он, что святой Фома при жизни своей изгонял множество бесов из людей. Когда же царь хотел сделать это, ему явился в сновидении святой Фома и сказал: «Живому ты не верил, от мертвого ли думаешь найти помощь? Ну, не оставайся в своем неверии, и Господь мой Иисус Христос будет к тебе милосерд». Сие сновидение еще более усилило в царе желание открыть гробницу апостола. Отправившись к месту погребения святого, Муздий открыл гроб, но мощей его там не нашел. Ибо один христианин, тайно взяв святые мощи, унес их в Месопотамию и там положил в подобающем месте. Взяв земли с того места, царь привязал ее к шее сына своего, говоря: «Господи Иисусе Христе, молитвами апостола твоего Фомы исцели сына моего, и я уверую в тебя». И бес тотчас вышел из сына царского, и отрок выздоровел. Тогда царь Муздий уверовал во Христа и со всеми своими вельможами принял крещение от священника Сифора. Великая радость овладела сердцами верующих, ибо идолы были сокрушены в храмах их и разорены, и на месте их сооружены церкви Христовы. Слово Божие распространялось, и вера святая укреплялась. Царь по принятии крещения каялся в своих прежних грехах и у всех просил помощи и молитв. Пресвитер же Сифор говорил всем верующим: молитесь за царя Муздия, чтобы он получил помилование от Господа нашего Иисуса Христа и отпущение грехов своих. И вся церковь молилась за царя. На том же месте, где было погребено святое тело апостола, совершилось по молитвам его, совершились многие чудеса во славу Христа Бога нашего. Да будет ему со Отцом и Святым Духом от нас честь и поклонение во веки. Аминь. Пророка Исаии. Чтение. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу, на ней дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открылись глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме, из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет. Я возвещу вам: пойте Господу новую песнь, хвалу ему от концов земли, вы плавающие по морю и все наполняющие его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее, селение, где обитает Кедар, да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершины гор, да воздадут Господу славу и хвалу его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее буду разрушать и поглощать все, опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогою, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Слава тебе, Боже наш, слава тебе! В разбойнические пути впадши душе моя, люти уязвил еси от своих согрешений, предавшийся неразумным врагом, но яко имущее время, во умиление возопи, упование ненадежных в животе, отчаявшихся спаси, восстави и спаси меня. Во броня веры, облегшийся от добре, и образом крестным вооруживший себе, воине благомощнее, показастися мучителем мужески противостасте, и дьяволю прелесть потребитесте, победители, бывшие венце всподобистися,
Молитеся Христу о нас, во еже спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Прими глаз и раб твоих всечистая Богородица Дева, и моли непрестанно грехов разрешения и мир даровати нам. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Милость Иису буду петь Тебе, Господи, буду петь, буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца, посреди дома моего не положу пред очами. Мои вещи непотребны, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего свою сгоню, гордого очами надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне, не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что тебе наречемо благодатное небо, яко воссияло еси, солнце правды, рай, яко прозябла еси, цвет нетления, деву, яко прибыла еси нетленная, чистую матерь, яко имела еси нас, святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси твоему, и да не обладает мою всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнится уста мое хваление Твое, Господи, яко воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Божий, долго терпеливый, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешный, и милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в час сей молитвы, исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчениями, их соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Владыка, читается? У меня нету здесь. Ну ладно, все. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
честнейшего Херувим и славнейшего без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, спаси и помилуй Церковь ту истину, архипастыри всех патриархов, митрополитов, помоги этому Сергию, здесь находящемуся митрополиту, и епископам, а также священникам, среди них батюшке нашему Иакиму, отцу Науму, Кириллу, Константину, Геннадию, Сергию и другим, Господи, кто исполняет волю Твою святую. Помоги, Господи, тем, кто служит Тебе, брату нашему Игнатию, помоги, щитцу Твоему, Господи, наставнику для многих душ. Помоги, Господи, тем, кто трудится на ниве проповеднической, братья наших. Благослови, Господи, всех, кто предстоит здесь пред Тобою, молится Тебе. Помоги многомилостью, Господи, и страждущим, болящим, терпящим различную нужду, и тех, кого призвали на вот это дело, которое бы не нужно нам никогда. Господи, все в Твоей власти, да будет воля Твоя святая. Помоги, Господи, этим людям. Ты видишь сердца их. Благодарим Тебя, Господи, за великие милости, которые Ты даровал нам, веру, которую Ты нам даровал. Открыл Себя, Господа и Творца. Нашим родным и близким дал нам благовестить. Помоги, Господи, им обратиться к Тебе и принять то, что только здесь покаяние. После смерти не покаешься уже. Помоги, Господи, нашим чадам стать искренно верующими Тебе. И эти чада, которые здесь перед Тобой были, Господи, взрасти их искренно верными Тебе. И другим помоги, которые через интернет. Помоги нашим общинам, интернетной общине и потеряевской общине, ну и нашим братьям всем, кто здесь не молится, не молился с нами. Благослови, Господи, милостью Твоей. Помоги этой надежде тяжело болящей, ну и другим многим болящим, конечно, в старости пребывающим. Тебе же за все слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже, милости буди нам грешным. Создавай нас, Господи, помилуй нас. Без числа мы согрешили, Господи, прости и помилуй нас, грешных. Слава Господу Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Марина, так называемое стояние, закончилось. Чтение полное великого канона с поклонами Андрея Крицкого, покаянного. Следующий канон будет через год. Помоги, Господи. В то же самое время. То есть в пятую неделю Великого Поста.